Технические возможности для строительства атомной электростанции в Казахстане обсуждают отечественные ядерщики. Будущую АЭС в перспективе готовы загрузить казахстанскими энергоносителями. Специалисты металлургического завода в Усть-Каменогорске сейчас изучают варианты расширения мощности действующего ядерного производства. До середины 2000-х с конвейера ежегодно сходили свыше 1000 тонн урановых таблеток. После объемы свернули, сократился рынок сбыта. Основные потребители в России обновили реакторы под выпуск собственного сырья. Ну и параллельно в Китае сегодня сооружают 20 блоков атомных станций. И Казахстан снабжает атомную энергетику поднебесным топливом. В стране есть возможности для поддержания мощности собственной станции. Профессиональные кадры в отрасли также имеются, делится мнением председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий. То есть мы будем работать просто в две смены. То оборудование, которое установлено на участке, способно выпускать 400 тонн урана в год. Это в пересчете на уран и в пересчете на готовую продукцию ТВС. То, что мы производим и отгружаем в Китае, это мощности 200 тонн. Поэтому я сказал, ничего делать не нужно. Нам просто нужно будет увеличить производственный наш объем.